Всем здравствуйте! Сегодня у нас Сонечка следом за своей подружкой Кирой решила осчастливить нас и принести деточек. Я думаю, что она нас опять чем-нибудь не только порадует, но и удивит. Те, кто давно с нами, помнят, наверное, что она первый раз у нас принесла 7 щеночков. Второй раз она к нам принесла тоже 7 штучек. Но при этом все 7 штучек были мальчиками. Интересно, что же ожидает нас сегодня? Давайте будем смотреть. Оставайтесь с нами. Не забудьте нашей Сонечке поставить лайк. Не забудьте нашей Сонечке поставить лайк, вне зависимости от исхода дела. Ну и, конечно же, оставайтесь с нами. Я думаю, что она обязательно нас чем-нибудь да удивит. Живот у нее просто огромадный. Так что, может быть, она решила побить новый рекорд и родить нам. Ну, я так думаю, по крайней мере. Может быть, 8 щеночков. Что, конечно, маловероятно при ее размере. Но, как говорится, чего не бывает на белом свете. Так что ждем и смотрим. Не забудьте ей лайкнуть. Ваши лайки – это ваши аплодисменты. Ну что же, смотрим. Сонечке достался наш раритет. Если кто помнит, это наш волшебный чемоданчик. Вот, Сонечка уже старается. Что же сегодня у нас родится? Давай, молодец, ты умница. Давай, давай, ребенок, роди нам чего-нибудь. Вот, видите? В природах, как правило, хвостик собачки делают вот так, крючком. Вот, опять начались раскопки. Как вы знаете, как я уже ранее говорила, вот эти вот раскопки — это естественное поведение собачек в природах. Так что наблюдаем. Думаю, что наш волшебный чемоданчик поможет нашей Сонечке благополучно разродиться. Старается, старается. Для стимуляции родов можно еще вот так вот делать массаж вдоль хребта. Это тоже вызывает очень интенсивную родовую деятельность. Думаю, что сейчас у нас что-то должно родиться. Еще немножко, еще чуть-чуть. Ой, там уже видно, что что-то есть, смотрите. Ой, что-то цветное. Что-то такое цветастенькое, пятнистенькое. Вон белая мордочка там выглядывает. Да, Сонечка. Сонечка такая вся беременная. Прям на ослика на какого-то похожа. Один живот, один живот. Давай, давай. А, там кто-то родился. Сейчас помогу, подождите. Родилась девочка. Вот такая вот малюсенькая. Неужели черная? Да что такое? Хочу голубую девочку. Они что-то мне не рождают. Мне кажется, черная. Ну, конечно, высохнет, сейчас посмотрим. Но первое впечатление, что это черная девочка. Ну ладно, конечно. Спасибо, как говорится, Богу и за это.
Ну, хочу голубую. Хочу оставить голубую девочку себе. А они почему-то не хотят мне никак родить голубую девочку. Ну что же, ждем, может, следующая будет голубой. Свою цыганочку она уже обиходила. Что-то там еще хочет родиться. Наверное, голубая девочка хочет народиться. Как вы помните, щенок рождается. Мы не просто что щенка забираем. Мы всячески стараемся тут же вытянуть послед от этого щенка, чтобы он не перекрыл выход остальным щенкам. Маленький пузатый ослик. Ну что, смотрим дальше. Что у нас родилось? Родился беленький мальчик. Да, я покажу. Полностью вот такой вот беленький. Беленький. Беленький, беленький. Мальчишечка. Сонечка его быстренько обихаживает. Мордочку я ему уже протерла. На всякий случай. Не нравится ему, что его трогают. Вот такой малышок. Мокрый еще пока весь такой. Шел неправильно. Шел задними лапками вперед. Ну ничего, справились. И послед вытащили. Так что путь оставшимся щенкам открыт. Вот такой маленький. Только родился. Мама у нас молодец. Вот кто от нее возьмет эту цыганочку, я думаю, не прогадает. Мама многоплодная, очень аккуратная мама, очень заботливая мамочка. Так что рекомендую, кому в разведении, вот эта черная девочка самая оно. Вот так она его массирует. При таком массаже у него сейчас сразу отойдет первородный кал. И щенок полностью будет готов к приему пищи. Вот, видите, он уже самостоятельно сейчас будет искать тетюсечку. Вон, смотрите, цыганочка, та уже вовсю сосет. Вон, смотрите. И этот, смотрите, какой. Тоже подбирается к тетюсечкам. Вот молодцы какие. Пока мама отдыхает, детки кушают. Вот, черненький с беленьким пристроились. Такие липусечки. Ну что же, родился у нас рыжий мальчик. Голубая девочка никак не рождается. Вселенная, похоже, не хочет меня услышать. В итоге у нас сейчас черная девочка, белый мальчик и рыжий мальчик.
И что-то еще там хочет родиться. Ура! Роды закончились. В этот раз я не стала снимать полностью от начала до конца роды. Сразу смотрим, что у нас получилось. Вот такая красота у нас получилась. Красопедики. Смотрим, что у нас вышло. У нас вот эти белые щенки. Это все мальчики, вот эти беленькие. Вот смотрите, 1, 2 и 3. Вот 3 щенка. Это мальчики беленькие. Потом смотрим. Так, жалко отцеплять. Давайте не будем отцеплять, а то прям так ребенок сосет усиленно. Вот эти 3 черно-белые, 3 черно-белых щенка, это девочки. То есть, еще раз повторимся. 3 беленьких, это мальчика, мальчики. 3 черно-белых, это девочки. И один щенок вот такой вот, какой-то рыже-шоколадный, что ли. Это мальчик. Таким образом, Сонечка нас не подвела. Как всегда, принесла нам 7 щенков. Отмерила, как в аптеке. Еще раз обращаю внимание, для тех, кому нужны девочки, если от нее взять кого-нибудь вот из этих вот цыганочек из 3, то в разведении они точно так же, как их мама, будут выдавать по это самое по 7 штучек. Вот такая красота у нас получилась. 3 белых мальчика, 3 черно-белых девочки и один вот такой рыже-шоколадный мальчик. Молодец! Что еще можно сказать? Устала, спит. На. Соня. Сонечка. Вот она у нас хорошая девочка. Надо такой подальше показать. Все, устала мама, отдыхает, детей кормит. Живот еще пока особо не уменьшился. Но уже не такой огромадный, как был. Подтянется, будет красотулечный. Ну что же, на этом наше видео заканчиваем. Продолжение, как всегда, следует. Следующее видео я хочу сделать, это уже презентация помета, где мы каждого щеночка рассмотрим отдельно. И будем, как сказать, с определенной периодичностью выкладывать видео с развитием данных щенков. Чтобы каждый потенциальный владелец видел, как детки родились, как они развивались, ну и что из них на итоге получили. Ну и как всегда, продолжение следует. Здоровья вам и вашим любимцам. Не забудьте деткам поставить лайк. Ну и, конечно, Сонечке, она же так старалась. И, как всегда, выдала счастливую семерку. Так что лайк она заслужила. Оставайтесь с нами. Мы рады вам. Пока-пока.